А здесь у нас свекла Детройт рубиновый. Это среднеспелый сорт. Лист широко-овальный, розетка полупрямостоячая и корнеплод округлый, массой до 400 грамм. Идеально подходит и для хранения, и для использования в свежем виде. Имеет небольшую кольцеватость, но сейчас мы с вами проверим. Я думаю, что мы возьмем вот эту свеколку и сейчас ее разрежем. Вот такой размер. Вот такой средненький. Небольшой или маленький? Вот такая свеколка Детройт. Обратите внимание, она не темно-красная такая. Я бы даже сказала алая. И сейчас мы ее разрежем. Посмотрим, имеет ли она кольцеватость. Да, немножечко есть. Смотрите, ну как бы не критично. Ой, аромат. Аромат. Аж даже хочется попробовать. Подходит и для хранения, и для использования в свежем виде. Вот мы просто помыли. Какая сладкая. Обалденно. На терочке с чесночком, с майонезиком. Ну просто вау.